Покажи. Подальше. Эту цепочку ты где взяла? От шарика. От шарика. Ты пришла, попросила поиграть. Тебе дали с ним побегать. А зачем ты цепь сняла? Ну я хотела посмотреть, кто может быстрее бегать, но я не думала, что он убежит. Ну ты, мы рядом, вот они мы. Ты могла подойти и спросить, что можно сделать? Вместо цепи веревочки вот она привязали. Почему ты не подошла-то? Почему вы такие-то? Ну вот он, ты видела, что я работаю здесь? Да. Почему не подошла, не спросила? Ну я не думала, что он убежит. Что ты не думала? Ты о чем? Что у него ноги есть? Цепь потеряли, пришла, доложилась, ну послал, если бы не нашли, мама пошла бы, без еды до вечера искали бы. Мне его привязывать нечем. Зачем вы это делаете? Вчера ни слова не говоря пришла, у него вода, из чашки воду вылила, какой-то там бяки налила, он ее не ест и не пьет, и он задыхается уже на жару-то. Зачем вы лезете через дорогу к моей собаке, к моей конуре на моей территории? Зачем? Ну тебе надо сделать. Ты подошла, спросила, а можно ему без воды прожить? Я сказал бы, нельзя. Я ему налил чистой колодезной воды. Ты подошла, опрокинула чашку большую, налила какую-то бяку. Зачем это нужно? Я его кормлю. Почему вы на мою каноническую территорию-то залазите? Ты решила, что ему легче без цепи. А как ты ее цепь сняла? Ну, на это что? Она, цепочка зацеплена была. Карабин там, карабин. Карабин так прямо за ошейник? Да. Ну, он разорвет его ошейник. Вы не привыкли советоваться? Нет, там железка сделана, там железка. А где она железка? Вон там, вот где веревочку я привязал. Вон. Так, бери его, отвези на место. И никогда ничего не предпринимай, залез, если ты с этим не имеешь отношения. Там сперва развяжи. Прям такой тупик ставят. Там надо, да, вот так. Пришла, доложилась, а цепи сделала, нету, да. Цепь потеряли где-то. Вытаскивать то. Ты сама видишь, что получается-то. А когда ты нормально бегала, пришла, поставила, все, покормили, все. И ты довольна, я доволен. Здесь никто не доволен. Мне привязывать не на что. Это цепь. Стоит деньги. Ты там развяжи этот-то. Не развяжет еще. Ну ладно, все, пошли. Пойдем, Володя, прибьем выше. Егор, пускай она отвяжется, отдай ей собаку. Завязку мне отдашь потом. Так, вот она находится здесь, там дальше уже не определить. Потом определять будем. Лестница. Мы здесь не добили. Здесь Володя. Володя, надо, наверное, лестницу маленькую принести. Геннадий Иванович, мы там не добили еще. Гвоздь не добили. Мы тут раскинули все. Мешает. Ну давай, все, пошли, забьем. Все, заканчивай или что? Да, бери топор.